Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. И сегодня мы с вами будем готовить самый обычный репчатый лук. Вы наверняка когда-нибудь пробовали в барах, ресторанах или даже в фастфуде жареные луковые кольца, и сегодня мы с вами сделаем точно такие, а еще, наверное, даже вкуснее, сами дома на обычной плите. Берем самый обычный репчатый лук, хорошенько его промываем под водой, конечно же, после того, как очистим, и нарезаем на кружочки. Кружочки не должны быть слишком тонкими. Если вы порежете лук тонко, вам неудобно будет его обжаривать. Вот примерно такие колечки у вас должны получиться. Разъединяем их руками. И теперь приготовим панировку. Нам понадобится 3 глубоких блюда. В одно блюдо разбиваем яйца или одно яйцо, смотря сколько у вас лука, и взбалтываем его вилочкой. Нам нужно, чтобы белок соединился с желтком. Во вторую тарелочку насыпаем панировочные сухари. У меня сухари были готовы, я их покупала в магазине, но их можно делать дома самостоятельно. В третью миску мы насыпаем муку, и если требуется, туда добавляем соль и черный молотый перец. Затем берем колечко лука и обваливаем его сначала в муке, затем в яйцах, затем в панировке. Процесс можно повторить. После панировки снова окунаем яйца и снова в панировку. Но можно делать это и один раз. Обратите внимание на то, что луковое колечко нужно обвалять в муке достаточно тщательно. Это делается для того, чтобы яйцо с лука не сползало. А в панировочные сухари для золотистого цвета можно добавить куркуму. У меня ее не было, поэтому я туда ничего не добавляла, они у меня получились слегка такие коричневые. Проделываем все то же самое с остальными луковыми колечками. Теперь наливаем в сковородку или в сотейник, или в ковшик большое количество растительного масла и обжариваем наши луковые колечки с двух сторон до хрустящей корочки. Масло должно быть очень горячим, оно должно прям-таки шипеть. Готовые луковые кольца выкладываем на бумажное полотенце для того, чтобы с них стекло все лишнее масло. Колечки можно немного остудить, они вкусные, как мне кажется, как в горячем виде, так и в холодном. Приятного аппетита! Вот такая простая закуска у нас получается, ее делать очень легко, просто и главное дешево. Такие луковые колечки можно приготовить на какой-нибудь праздник или просто на вечерний ужин. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.